А тепер знаходиться в ніхуя не прежнім стоянні. Где? Где? Что у вас находится, где депозит стоять? Какой день? Ребята, снимайте на мобильные телефоны. Вы это уже если мы не можем вызвать ВСП, вот это запрос. Почему не можем? Можно. Мобильные телефоны и вылазите в интернет. Кстати, вы появились тоже откуда-то, да? Я? Вы в поддержку, вы в поддержку чего появились? Коллектива? И коллектива тоже. Какого? Вот этого, который здесь стоит. Выразить, что он. Ну, вы же тоже должны офицеру сказать, что он в этой форме. Майор Кути! А вы знаете, видите, видно. А я как видно. Фамилия, имя, отчество Сапонова. Да, ну. Вы снимаете? Да, да. Молодцы, снимайте дальше. Скажите имя, отчество Сапонова. Найдете вы там самого, в личном деле, если можно. Да. То ли я буду искать. Или вы хотите, чтобы я на камеру здесь искал? То ли я буду искать. Вы собрали 3-4-5 человек и хотите меня вот это 3-4-5 человек? Ну, 7 вижу. Мы еще плохо считаем, поэтому... Здравствуйте. 7 вот это? Да, пока. Вот это 7, 8, 9. Вот, товарищ майор, вот минометик, которого вы обозначили. Ну, не меня, вы звали кто? А вы сказали, что вы стоите, как федерации. Я сказал, что вы стоите. Это третий или четвертый. Вам нужно всю минометку, чтобы пожалуйста. Третий минометик. Всю минометку давайте. А я уже заказывал только что. Ну, человек без... Мы дойдем сейчас. Скажи, пожалуйста, почему мы повинны выполнять? Ребята, тихо. Мы дойдем сейчас. Ребята, секундочку, тихо. Пусть этот человек на камеру откажется исполнять приказы ВСП, все снимаем. После этого пакуем человека и несем ВСП. Ребята, повторяйте свои слова. Это уже, по-моему, то самое. Это, по-моему, уже здесь. Тихо. Это, по-моему, здесь уже то самое. Что это самое? Это пьяный майор. Тихо. Хорошо. Так. КУАПа, которая так говорит о том, що невиконання законних вимогів так начальника патруля, так це як визначає патруля? Так, точно. Так. Несе за собою накладення адміністративних арештів. Хорошо, понял. Услышал. Дальше. Я ще раз вам повторю. Пройдіть з нами, будь ласка. Ви предлагаєте мені. Так, точно. Так. Пойдем. Добре. Мужчины в строе, которые назначены, остальные, ну, давайте, чтобы создавать толпу. Значит, я убыл в ВСП. Що, невиконання законних вимогів так начальника патруля, так це і я. Начальник патруля? Так, точно. Так. Ти, опять ти. Накладення адміністративних арештів. Хорошо, понял. Так, я ще раз вам повторю. Пройдіть з нами, будь ласка. Ви предлагаєте. Так, точно. Так. Пойдем. Добре. Мужчини в строї, які назначені, остальні, давайте. Они гонят. Бухими, сука, стой, батальон держать, блядь, час нахуй. Вот это вам, ребята, все, поднимай. Рассказывай ваши права, вы будете сопротивляться. Что это вам? Снимай. Слава Україні!